Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео пойдет речь о том, как же я когда-то, когда еще у меня не было IMAX, восстанавливал вот такие вот литий-ионные аккумуляторы от мобильника. Скажу сразу, для этого нам понадобится вентилятор. В моем случае это такой вот no name вентилятор и блок питания, желательно на вольт 12. Ну, это такой забавный блок питания, но он работает. Давайте же я вам продемонстрирую, что этот аккумулятор дохлый. Ну вот. Нули. 0 вольт. Скорее всего, дело в том, ну давайте еще замерю напряжение на блоке питания. Покажу, точнее, напряжение на блоке питания. Черт, как же неудобно-то одной рукой. Так вот, напряжение 15 вольт. Ну давайте я сделаю. Вот, напряжение 13 вольт. Для восстановления подойдет, в принципе, любой блок, который будет выдавать около 12 вольт. Ну, желательно, чтобы 12. Желательно, чтобы не ниже. Так. Как правило, вот в моем блоке питания выставлено так, чтобы в центре у нас был плюс. То есть, ну давайте тут, то есть вот, вот здесь вот плюс, а сбоку вот минус. Вот, как вы можете видеть, я сбоку подключил вентилятор, минус вентилятора. А плюс мы будем подключать к минусу батареи. Как же еще так сделать, чтобы... Плюс блока питания соединяется с плюсом батареи, а плюс вентилятора соединяется с минусом батареи. Ну, и как вы можете видеть, вентилятор закрутился. Это сигнализирует о том, что в аккумулятор пошел ток. Держать в таком состоянии долго не нужно. Как правило, секунд 30 достаточно будет. Ну, в принципе, я думаю, для теста будет достаточно. Сейчас давайте же попробуем измерить напряжение на аккумуляторе. Как-то получилось подключить щупы батареи. И теперь у нас напряжение 2,81. Ну, в идеале бы нужно было напряжение поднять до 3 вольт. Но я в таком ускоренном режиме показываю вам. Кстати, вот это вот зарядное, этот аккумулятор не хотела брать. Светилось вот здесь красный и зеленый, то есть как бы аккумулятор заряжен или просто подключен в сеть. В принципе, этот аккумулятор, если подзарядить до 3,3 вольт, то можно вставить телефон и уже зарядить там непосредственно. Но можно еще и при помощи такого зарядника. Вот, как вы можете видеть, принимает. Зарядка пошла. Лично я вот таким вот образом восстанавливал не один аккумулятор. Если вам видео понравилось, то ставьте лайк. Не понравилось, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. А самое-то главное, я забыл сказать, почему же все это происходит. Дело в том, что в аккумуляторе от мобильника, ну и в принципе не только от мобильника, есть такая небольшая платка, так называемый контроллер, который следит, чтобы напряжение на аккумуляторе не превышалось и не падало ниже допустимого уровня. Когда это случается, то этот контроллер как бы разъединяет контакт, и аккумулятор уже просто не может разрядиться ниже того уровня, на который рассчитан вот там внутри контроллер. Но ток-то он может принять, так как там два транзистора. Один транзистор идет на зарядку, а другой на отдачу. Вот тот транзистор, что на отдачу,
Он как бы отключается, а тот, что на зарядку, он еще работает. Он включен. Вот. В принципе, такое же может случиться, если аккумулятор будет перезаряжен. То есть напряжение выйдет выше нормы. Тогда тоже может отключиться. Но я не знаю, как тогда можно будет попробовать вернуть напряжение. Ну, со временем, в принципе, оно упадет рано или поздно.